Современно, а главное, доступно и удобно. Центр семейного чтения – это время, проведенное с пользой для мам, пап и, конечно, юных любителей книг. В конце прошлого года Управление культуры Сергиевского района подготовило две заявки на преобразование библиотеки. Обе стали победителями. Новый комплекс начали благоустраивать этим летом. Библиотека не просто хранилище книг и такое немножко академическое заведение, но еще и действительно досуговый центр, где на хорошем уровне дети смогут провести свое свободное время, в каникулы, в праздники, в выходные дни. Модельная библиотека – это более 4000 литературных экземпляров. Есть и уникальные издания. К примеру, сборник стихов «Золотые миры» уроженки Сергиевского района поэтессы Ирины Кноринг. Полностью изменилось и само здание – от коммуникаций до мебели и оборудования. Второй этаж даже на мгновение отправляет читателей в космос. Он оформлен в соответствующей тематике. Раньше мы говорили: мама, папа, я, здоровая семья, а вот сейчас хочется сказать: читающая семья. Вот он как раз то, ради чего я считаю и задумался проект модельных библиотек. Лифт для маломобильных граждан, кинозал, где можно проводить концерты, детская игровая комната для самых маленьких читателей. Библиотеку проектировали, опираясь на пожелания жителей. Такую возможность дал национальный проект «Культура». Он инициирован президентом России Владимиром Путиным. Причем именно Сергиевский район первым получил одобрение на реконструкцию зданий. О модернизации культурных учреждений говорил в своем послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В целом мы запускаем программу реновации экспозиций областных и муниципальных музеев. Средства на это будут закладываться ежегодно. Будем последовательно модернизировать муниципальные библиотеки. Также в рамках нацпроекта «Культура» уже направлено свыше 40 заявок на капитальный ремонт сельских культурных досуговых учреждений, создание кинозалов, муниципальных модельных библиотек, виртуальных концертных залов. Современные комплексы в рамках национального проекта «Культура» получат Октябрьск, Самара, Тольятти, а также Приволжский и Сергиевский районы. Владимир Маркин, Новости губернии, Сергиевский район.